Всем привет, мои хорошие! Я уже оделась и собираюсь, или наделась, неважно, короче, и собираюсь ехать на окрашивание волос. Так, мое окрашивание волос, но еще мы, наверное, покажем там, а может быть, нет. Сейчас у меня отросли мои корни. До этого меня красили с плавным переходом таким, да, и я уже не красила очень давно волосы. И, честно говоря, меня даже устраивает то, что у меня на голове, но у меня предоставилась возможность покрасить волосы у очень крутого мастера у нас в Ростове-на-Дону, колориста, мужчина, чемпион. В общем, познакомимся, сейчас поедем туда к нему. Вообще у меня грезила им Лена, подружка моя блондинка. Она смотрела его работы, периодически меня скидывала. Говорит, вот хочу у него покраситься. В какой-то момент мне тоже его очень работы понравились. И я решила, что да, я тоже у него готова покраситься. И вот я записалась, ждала. И теперь готова покраситься. Будем делать, что будем делать? Он немножко будет делать свое видение, как он видит, да, то есть я сказала, что хочу оставить все то же самое, что у меня в принципе и есть, но сделать более такие крутые переходы, я имею в виду не крутые, что резкие, да, а наоборот плавные переходы, что-то такое, знаете, вот сейчас есть бразильяна называют, да, у него, в общем, в аккаунте, я ссылочку на него оставлю под видео, вы увидите его работы. Лена говорит, это одни из лучших работ, которые я видела, говорит, я даже лучше, наверное, не видела, вот, и поэтому я иду к нему, доверю ему своего волосы. Я говорю, покрасьте меня так, чтобы я как бы не должна была подкрашивать все время волосы. Плавный переход, корни мои же оставить. Ну, он говорит, хорошо высветлить у лица, когда... Короче, я не знаю, что он будет делать, больше блонда или больше натурального, я не знаю. Сейчас буду пока ехать, в процессе буду думать, ну и, соответственно, что он еще посоветует, что он скажет. В общем, короче, поехали. Итак, мои хорошие, знакомьтесь, Амит. Здравствуйте. Это пятикратный чемпион. Юга. По парикмахерскому искусству. Вот, у него самые лучшие работы, мне его посоветовали, сейчас будем ваять. А первый вопрос, что было с волосами, расскажите, что какие было... процедуры Какие только процедуры я с волосами не делала, но сам факт, что здесь обесцвечено, да, здесь у меня, это мои корни уже отросли, и мне делали здесь такую плавную, как бы, растяжечку, да. Что я вам сегодня посоветую? Я бы хотел сегодня вам сделать, сейчас очень модно, актуально, бразильские блонды. Бразильский блонд что такое? Как раз вот она, корни остаются натуральными своими. Вот, мы делаем это все через шатуш, это через начес делается. Вот, у лица контуринг создается именно светлые пряди. Понятно, это да? Это я и хочу, как, мне как, нравится, когда да. Когда вы будете вот, выкладывать их, да, вот, ну как бы волны там будете делать, они будут очень круто смотреться. То есть у лица мы создаем светлые пряди, вот, и контуринг делаем светлым. То есть когда вы хвост собрали, чтобы не такой вот у вас был... Да, чтобы красиво было там все. Как бы хвост белый, да, получается, а здесь темное все, понимаете? Вот мы сегодня будем это делать. Круто. И я вот, смотрите, увидела у вас еще работы, вот, есть такие, да, вот, так, вот такой эффект, но есть, допустим, больше белого, а есть больше темного. Натурального. Да, да, да. Я не знаю, какое я хочу. Вот. Но... Или мне какой-то сюда определенный лучше, прям вот. Вот я вот вижу, прям бразильский блонд будет идеально вам. Вот, короче, как вы видите, да, раз вы чемпион пятикратный, я вам доверяю, давайте, как видите, так и делайте все. Все, начинаем. Мне дали фирменный халатик. Сейчас мы снимем до, как следует, чтобы вы видели, как до и как будет после. Девочки, окрашивание у меня будет с помощью начеса для начала, да? Да. Вот. Видно. Вот так вот. Я когда-то вот рассказываю, что когда-то я пробовала там себе одну прядку покрасить с помощью начеса, у меня все запуталось. Вот Амит говорит, что надо правильно начесывать. Что, потом есть начесы у меня? Да. Так, сейчас мы что, осветляем вот... Осветляем сейчас именно прикорневую зону. Прикорневую зону осветляем. Да, но не трогаем. Видно, у вас в хорошем вот, белом состоянии. Сколько ждем сейчас? Ну, это как
Будем смотреть. Будем смотреть, да. Все, видите, профессионал все смотрит. 40 минут. Вот 40 минут, да? Да. Вот, а потом будет передняя, я говорю, а перед, оказывается, как-то по-другому будет краситься. Вообще, мне так интересно за процессом наблюдать. Вам буду по максималочке показывать. Сейчас, кстати, мне красят уже переднюю часть, и здесь уже вырисовывают рисунок, самое сложное. Но мастер говорит, что уже занимается этим 5 лет, для него это все естественно и все просто. Вот, поэтому рисуем сейчас. 5-7 будем снимать первую зону. Все, мы окрасили все, и вот сейчас будем по зонам все это дело снимать, а пока мы голодные и что-нибудь закажем себе покушать. Снимаем сейчас прядь, отсмотрим, насколько мы осветлили их. Нам нужно 10 уровень, это чистый блонд, чтобы сделать крутую работу. Слегка я затягиваю, чтобы почистить концы. Так вот. Я надеюсь, видно то, что я там снимаю. Если не видно, то догадывайтесь по словам. Вот здесь могу еще один прядик показать вам. Держим его. Так вот. Круто. Так интересно, я-то ничего не вижу. Я уже даже немного соскучилась за блондом. Но я сейчас не загораю, надеюсь, не буду это... бледненькой. После того, как сняли с меня всю фольгу, вот что я увидела. Такой думаю, что же это будет дальше. Очень-очень интересно. Сейчас мы смываем то, что мы осветлили. Делаем уходик, да, параллельно? Да. Вот, а потом будем тонировать волосы. Понимаете, как все непросто. Сейчас у нас специальная расческа, и мы теперь вычесываем начес. Да. Это после ухода. Кстати, мне применили какой-то секретный уход. Типа Olaplex. Типа Olaplex, но лучше, да? Но лучше, да. Короче, сейчас вычесываем. А, ну да, вот так. Вот я всегда этого и боялась. Вот так как дома сделаешь. Только профессиональные руки должны быть. Как минимум вычесать начес потом или ходить так. Так, мы расчесали наши волосики. Теперь мы их будем тонировать. Тонировать тоже непросто. Мы начинаем с корней. Будем тонировать под мой корень. Да, под мой натуральный цвет. Будем тонировать под мой натуральный цвет. Как бы освежим. Вела Иллюмина – это самая любимая краска моя. Лучше него нету. Лучше него, вот честно говорю, самые лучшие колористы мира, вот те, которые я знаю, они все работают на Вела Иллюмина. Еще и бренд продвинем. Да, что же бренд, да, Петя? Блин, надо. Держим тут часть. Заходим. Я в ожидании. Так, сейчас мне окрасили, в общем, там сложно сочиненная техника, честно я вам скажу, вот лично для меня, я такого дома даже не повторю, смотря даже все вот это, даже ни на себе, ни на ком-то другом, просто не повторю и не возьмусь. Сейчас мы сделали с корнями процедуру, технику, а сейчас Амит говорит, что у него есть какой-то супер-мега-крутой блонд, свой рецептик, говорит, будет очень круто, и я говорю, давай. Тонироваться мы будем в моечке. Тонировочка. Все, затонировали волосы, мы теперь ждем и скорее покушаем. Я приехала аж голодная, мы заказали суши, будем кушать. Так, сейчас мы смыли все, и я вижу, что на мокрых волосах отличия нету. Вот то, что у меня было, корни, да, и то, что сейчас стало
так что под цвет я точно. Но сейчас высушим, посмотрим. Теперь мы крутим волосы. Слушайте, крошечки мои, все села в машину. Но я вообще безумно довольна. И прям у меня столько эмоций, столько всего хочется сказать. Во-первых, я обожаю проводить время в компании людей, которые болеют своим делом. Вот Амит, он человек, который обожает красить волосы, причем он любит именно эти сложные окрашивания, именно вот технику, да, то есть он техник, да, он вот прется по тому, чтобы технично как-то окрасить, вот сложное окрашивание сделать, да, и это реально очень круто, у таких людей всегда будет все круто и в жизни, и в работе, и всегда их будут окружать много людей, которые хотят прикоснуться к прекрасному. Сделал мне, конечно, нереальное прям окрашивание, очень мягкое, очень классное, я не знаю, плавные переходы, то, что я хотела, светло здесь, там, ну то есть... Такого не повторить, лично мне точно, и мастера еще, блин, поискать, да, вот. Короче, я безумно довольна, посмотрите, да, вот так, прядку вот так вот раз, и вот эти вот, знаете, вот эти вот переходы, контрасты какие-то, ну, очень клево. В целом я вообще освежилась прям, то есть как будто ничего не изменилось от того, что я хотела, да, но появилась свежесть и появился лоск какой-то, да, то есть кардинальных изменений во мне нет. Вот, это круто. Самое еще классное в этом окрашивании то, что я могу не париться за то, что у меня будут отрастать корни, у меня будет плавно смываться цвет, да, и отрастать корни, и то есть мне не нужно бежать в салон. Так что, девочки, если вы не нашли еще своего мастера, да, то вы смело можете записываться, даже если вы из ближайших городов, потому что вам не придется каждый месяц с таким окрашиванием, да, это бразильское окрашивание называется, с таким окрашиванием вам не придется бегать в салон каждый там месяц или сколько, 20 дней, как быстро у кого что отрастает, да, у кого что отрастает. Вот, фу, жарко, у нас просто, я одета, у нас просто безумная жара. Короче, я счастлива, я теперь крутая, наконец-таки, мне кажется, что у меня за все время моего существования на этой земле ни разу не было вот прям вот такой качественно крутого окрашивания. Потому что я до этого, да, окрашивали, плавные переходы делали, но не было прям вот это, я видела, как он работает, технологии, а там сделать, там всякие свои фишечки, всякое это, и это все придает вот эту вот идеальность, да, идеальное окрашивание. Он еще накрутил, тоже крутит необычно, то есть я не видела, чтобы так крутили, по-особенному, по-своему. Вот, рука мастера. Короче, очень круто, очень классно. Еще, кстати, Амит, я уже все узнала про него, он еще занимается обучением девочки и мальчики. Он занимается обучением, то есть с практикой, без практики, там много разных вариантов. Он показывает технологии, обучает как раз-таки вот этому сложному окрашиванию бразильское, как у меня, да, было. Там реально есть чему поучиться и реально есть чему удивиться. Короче, я довольна, реально очень классно, все очень быстро, очень технично. Человек точно знает, что он делает. Вот, и это очень круто, и таким можно довериться. Ну вот я реально не пришла даже и не сказала, мне
да, вот так, вот так, вот так. Я, то есть, ну, какие-то моменты озвучила, да, но когда мастер говорит, о, тебе вот так будет круто, вообще прям супер круто, я прям доверяю, давайте, да, там, оттенок какой, там, говорит, холодный или теплый. Я говорю, ну, мне это, он говорит, ну, я знаю цвет, тебе будет круто, я говорю, давайте. Ну, то есть, когда ты видишь человека, который точно знает, что он делает, к нему моментально возникает доверие. Вот, я рада, короче, что я к нему попала. Леночка, Ленусик Хэппи, моя девочка, спасибо тебе большое, что ты посоветовала мне его, он реально очень крут. Я надеюсь, что ты тоже скорее и скоро к нему попадешь, и он тебе тоже сделает красоту. Все, мои хорошие, кому понравилось такое окрашивание, кто рад, что наконец-таки я обновила свои волосы, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, все полезные ссылки будут под видео, а точнее на Instagram Амида. Вот, подписывайтесь, следите за его работами, просто, просто приятно смотреть, я на него подписана, лайкаю каждую его фотографию, каждую его работу, потому что реально это занимает немало времени, да, потом получается такой шедевр, и как бы за это стоит поставить лайк. Все, люблю вас, целую, прощаюсь, до следующего видео, пока-пока!